Ребята, вы даже не понимаете, что в руках омеги. Потому что омега, вот здесь есть жир черной акулы, и здесь есть байкальская лиственница. Также в состав входит сквален, скваламин. Вы почитайте, что такое сквален и скваламин. Вы когда увидите, что такое сквален и скваламин, вы будете удивлены. И именно благодаря свойству, вообще почему акула? Во-первых, акула, а вот именно какая здесь акула? Здесь черная акула, которая ни разу не болела онкологией. В смысле, у нее нету вообще в жизни акулы, не болела черная акула, никакой онкологии. И она проживает столетия. И ее взяли жир, и еще добавили байкальскую лиственницу. А байкальская лиственница, извините меня, сама байкальская лиственница тоже проживает столетия. Все вместе это совместили. Поэтому вот этот продукт для долголетия. Если у вас дедушки, бабушки, родители, которым за 80 лет, за 85, за 90, вы хотите им дать жизнь, пейте, давайте этот продукт. Этот еще продукт омега. Рекомендую я спортсменам, для тех, кто тренируется, такие делают серьезные физические нагрузки для сердца. Для тех, вот кто у меня спрашивал нормализовать холестерин,